24 часа! Бедной или в богатой школе? Что? Да, кому-то из вас достанется бедная школа, а кому-то богатая. Я богатая! Богатая. Нет, сейчас мы разыграем. Кому в подарки достанутся пасхальные яйца, тот будет в богатой школе. Чего? А мне какой-то кролик достался. А мне пасхальные яйца! Ура! Все, Леры богатая школа, у Малины бедная. Ура! 24 часа в бедной школе? Это кошмар какой-то. Малина, балды. Я в тебя да, верю. Да, а я буду выбирать, в какую школу я пойду работать. Хорошо, ладно. Ой, балды так... больше всего повезло. Хорошо, но смотрите, я тогда создам такую обалденную бедную школу, чтобы было очень круто, и балды захотел ко мне прийти работать. И чтобы было очень бедно и обалденно. Давайте попробуем. Хорошо, если я бедная у нас сегодня 24 часа, то мне... Ну ты лысая, как балды. Почему это бедная и сразу лысая? Потому что на волосы денег нету. Нет, на волосы не нужны деньги. Так, у меня еще есть одежда, вот такой вариант, но немножко он такой мальчишечий, да? Что-то какой-то есть другой. Мне кажется, тут есть прикольный вариант. Алина, ты похожа на обезьянку. Вот, смотри, прям вообще бедная. Смотри, какая у меня крутая одежда. Оборвашка. Так, теперь я. Так, у меня будут классные волосы и одежда. Богатая? Какая вот же там у тебя богатая? И одежда у меня будет... Где Балди, она взяла мою прическу. Прическу бедной девушки? Почему нет? Какая у меня была в игре? Слушайте, ладно, я возьму вот этот дом для бедной школы. Ой, Малина, а что не самые бедные? Прямо на отшибе города вообще, на самом краю. А Валерий взяла ту школу. Хорошо. А еще, кстати, у меня такой глюк произошел. Вы видите вообще? И я не сливаюсь вместе. У меня просто что-то случилось с тока-бокой. Ребята, гляньте, они просто вливаются, прозрачные дети. Это какой-то ужас. Ничего себе! Мяу, чтобы тока-бока никогда ни у кого не глючила, нужно успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Так, погнали. Это бедная призраки. Школа, коридор. Так, давайте. Малина, давай, я в тебя Хорошо, верю. У меня есть всего 2 минутки, очень Если быстро. Если проиграешь, домой не приходи. Чего это я проиграю? Друзья, обязательно потом подписывайтесь на наш телеграм-канальчик, ссылочка в описании, про наш новый канал Валерий Кэт, не забывайте. И не забудьте ставить лайк и поддержите меня, я надеюсь, у меня что-то получится. Малина, это что такое? Малина, тебе нужно в бедной школе рисовать побитые стены, паутину, пауков и дырявые полы. Окей, балди, я тоже так думаю, потому что школа, в которой, скорее всего, у меня нет денег даже на уборщицу, и у меня там все заросло паутинкой и какая-нибудь самая простая мебель. А еще вот такое ведро. Смотрите, какое оно грязное. Такое в центр комнаты, правильно. 2 грязных ведра. А еще гляньте, у меня какая офигенная тут штучка есть. Ага. Можно водичку там попить какую-то из колодца. Какой у тебя ржавый патефон. Круто. Я вам говорю, вам понравится эта школа. Будет самая крутая. Я не пойду. Это хорошо. Давайте. Богатая школа, коридор. Валерий. Теперь я. Какой коридор богатый? Вот такой у меня коридор. Сейчас я вам сделаю коридор. Хорошо. И какой он будет, мне интересно? Коридор у нас будет вот такой. Радужный? И ты возьмешь какие-нибудь полы сделаешь. Единорожкой! Нет, ну, кстати, Валерий сейчас не сильно любит уже радужку на самом деле. А какая тебе нравится? Белая, вот такая. А, все-таки Валерий нравится вот такой уже больше цвет обоев. Она делает с камерой. Вот такой планшетик вам. Ну, конечно. Да. Валерий знает, чем Балди заманить. А зачем в школе планшеты? Балди, вот, я же тебе говорю, Балди выберет мою школу. Нет, потому что... Чтобы играть, во-первых, чтобы учиться, делать математику. А Балди против игр в школе. Я на планшете буду задавать нерешаемые примеры. Вот именно. Так, ладно, Валерий, конечно, соблазняет Балди теперь конфетками, чтобы он выбрал ее школу. Конечно, и кустами на стене. Да, ну, кстати, она еще ставит столик по центру, что для чего он тебе нужен? Для еды! А будет холодильник с туалетом? Конечно. Да, Балди, ну подожди, не забегай вперед. Хорошо. Вот, все, чипсы. Предлагаю сравнить. Давайте теперь сравнение. А отправляйтесь в мой коридор, Балди. Так, я прихожу в Малинин коридор. Ну, ведра по центру комнаты, это очень классно. Добро пожаловать, смотри. Полочки какие-то, тазики. Малина, это что? Ну, смотрите, вы можете свои рюкзачки вместо того, что у меня нет, к сожалению, шкафчиков, можете вот в эти корзинки ставить. Да, я привел к тебе учиться своего совенка. Да, но, к сожалению, у меня немножко сейчас Малина, что у тебя? Малина, у меня зубы стучат. Что за холодина у тебя в коридоре? Давайте окна заклеим. Простите, у меня просто нет денег в школе, поэтому у меня отключили отопление. А весна никак не наступит, холодно еще на улице. Ничего себе! Ну, зато это полезно.
закаливание. Теперь я. Заходите у меня. Вот, смотрите, у меня такие шкафчики есть тут. Блин, да. Круто. Классно. Малина, твоя корзинка не помещается. Я думал, мой совенок учиться будет, а он в шкафчике будет сидеть. Блин, ребята, здесь очень прикольно. У Валерии мне нравится попасть. Ой, самое главное, зубы не стучат. И поиграть на компьютере можно. Ну ничего, зато вы знаете, что холод, он очень закаляет. И дети не болеют у меня в школе. Ой, мама, я тоже могу себе поиграть. Не болеют, потому что всем собрать. Давайте, бедная школа, столовка. Ну что, давайте попробуем создать в бедной школе, как будет столовка выглядеть. Я чего это вы боитесь? А чем ты нас будешь кормить? Балди, ты не поверишь, сейчас такое тебе блюдо подам, просто обалдеешь. Малина, я уже... У меня, смотри, как раз поломанный есть вот такой вазончик, вот такой... У тебя есть чайник, из которого растут уже цветы. Малина, ты хоть бы кондиционер бы через коробки подоставала. А он у меня все равно не работает, Балди, он у меня как полочка. А еще у меня вместо стульчиков будут такие пенечки. Ну, у меня же бедная. А еще смотрите, какие классные есть вот эти штуки, которые у меня стены лопаются. Это печка, которая углем топится. Ладно. Теперь я. Богатая. Это моя школа. Так, смотрите. Сейчас я вам, может быть, даже поставлю холодильник. Холодильник? С конфетами и мороженым. С вот таким гигантский холодильник. Классный. Блин. Он сразу с напитками. Я не знаю, конечно. Валерий знает все хитрости, чтобы Балди заманить. Ну, может быть, я его там оставлю, а может быть, уберу. Мне хорошо, а какой стол для богатой школы? Вот такой, крутой, глянцевый. А со стульчиками? Что, стеклянный, что ли? Да. Стеклянный, мыть тяжело. Нет. Хорошо, а тогда нужно еще, может быть, какую-то вкусняху. Да, вот тут будет кофе. Это создание коктейлей. А, слушай, автомат, можно еще... Автомат содовой. Я вот такой холодильник поставлю. Лёнь, вот конечно, штучки. Все любимые Балди-штучки. Конечно, и много кока-колы со спрайтом. Покрасим обои. А какой цвет? О, кстати, мне нравятся вот эти фиолетовенькие. Так, потом еще чипсов наставим, потом еще конфет. Балди, нет, всё, нет, я смотри. Иду к Лере. У Леры столько потом еще мороженое сюда положим. Не, ну столовая у Леры очень крутая. В ее школе классно учиться и преподавать. Ладно, так, давайте сравним. Добро пожаловать в мою супер бедную столовку. Ну, Малина, чем ты меня будешь угощать? Ну, Балди, извини, кипятка у меня нет, чаечка ты не попьешь, пей холодную водичку. Водичку тоже мило, а холодная она потому, что окна сквозят. Ну, немножко сквозят, но зато она чистейшая у меня водичка. Кристальная, прям с того ведра, наверное. Почти. Малина, я боюсь. Ой, какая вкусная вода, фу, как воняет. Слушайте, ну у меня не только еда, у меня есть еда. Яичница! Яичница! Будем. Обалдеть! Ну давай свою яичницу. Я же говорю, Балди, не все так плохо. У меня вот яичко, видишь, что-то. А у меня в школе для Балди будет эксклюзив. Фу, подожди. Какая она холодная! Малина, что? Малина, почему у тебя яичница такая холодная? Она позавчерашняя, потому что. Хорошо, что хоть холодная. Так, смотрите, вот моя столовка. Давайте сравним. Смотрите, тут у меня есть чипсы, шоколадки, конфеты. Вот я вам подаю. Вот два. Это курица! И вот тебе. Слушай, как красиво, Балди. Мы как будто с тобой король и королева. С капучино. Класс. У Леры классная столовка. Не то, что твоя деревянная холодная яичница. Зато у меня все натуральное. Вот такие. Смотри, какое красивое блюдо. Как вкусно. Все, мне очень понравилось у Леры в столовой. Да, но, Балди, здесь нужна у нее вилка. Если у меня можно было руками, а здесь нужна вилка. А я руками люблю, да. Вот видишь, значит, тебе не подходит эта столовка. Мне можно и руками есть, мне все равно. Да, конечно, нет. Видишь, да. Ты вилки нам выдала. И что, можно есть руками? А можно руками даже капучино пить? Да. Нет, капучинка я буду пить. Можно мне выпить уже капучинка? Молодец. Какое оно вкусненькое. Ой, какое тепленькое, не то, что вода у Малины с ведра. Чего это? Зато еще конфету слопаю тогда, раз вы такие тут конечно, щедрые. Конечно, я слопаю, и еще одну слопаю. И Лера нам еще, смотрите, несет вкусняхи. А вы не лопнете, она, наверное, думает. Я покушаю на неделю вперед. У меня дома все равно есть нечего. Ребята, хватит у меня все есть, блин. А я все коктейли выпью. Лянь, сколько у нее вкусняшек. Ну что, у меня все коктейли сюда пришли выпить. Ладно, бедная школа, туалет. Какой мне туалет взять? Так, Малина, порадуй Балди хоть туалет. Конечно, туалет это очень важно в школе. Да, но мне нужно сделать крутой бедный. О, по-моему, камень это не бедный материал. На самом деле камень достаточно дорогой.
я заменю его тогда на досточки и поставлю какой-нибудь самый бедненький туалетик. Какой? Вот этот бедненький. Хорошо. Классный туалетик, мне нравится. А у меня есть вот такая коробочка специально, да, вместо шкафчика. У меня денег нет на шкафчик. Туалетную бумагу, Малина, не забудь. Я к тебе приду, посижу в туалете. Балди, какая туалетная бумага? Лопухи во дворе, лопухи. О, ну лопухи. А может хотя бы газетку порвать? Ну, да. Так, еще возьму вот эту полочку. У меня... Мам, Малина, газетку надо купить где-то. Газетку, это вот светильничек со свечкой. Малина за свет в школе не платит, наверное. Да, конечно, мне жалко деньги на свет. И стены все поломаны. Ладно, ну и мой туалет. Богатая готовы? Школа. Смотрите, у меня будет вот такой туалет, просто гламурный. Ну скажите, вот легче делать богатую. Конечно, мы все делаем богатые, красивые интерьеры. А вот попробуй бедную сделать. Вот Лянь, Валерий делает себе зеркальце. Упс. И у меня будет три унитаза эксклюзивно вам. Прямо, чтобы рядом друг с другом можно сидеть. Валерий, зачем тебе сейф в туалете? Там будет храниться туалетная бумага. Точно, чтобы никто ее не украл. Ладно, сравним, давайте. Добро пожаловать в мой супер туалет. Марина, коробка открывается. А ну закройте мне, пожалуйста, дверь, я хочу сходить в туалет. Что, дверь не закрывается, Малина? Балди, извини, у меня сломанная дверь, мне некогда починить. Ну ты даешь, а как я посижу в туалете? А мы не будем подсматривать, Балди, мы закроем глаза. Даже дверь сломанная, фу, какая туалет. Все, Балди, ты это, у нас нет уборщицы, ты будешь убирать туалет у нас. Малина. Давайте. О, нет. Это же просто фу. У нас в школе дети все убирают за собой. Ничего страшного. Давай, Валерий, мой туалет. Фу, давай. Кошмар какой-то. Малина. Чего это? Мы что тут тебе уборщицами нанимали? И вот мой туалет. Ладно, идемте в богатую Смотрите, школу. Смотрите, вот каждому по унитазу. Как вам такое? Супер, мне нравится. И туалетная бумага — это деньги. Вы чего? Вы вообще с ума сошли? Деньгами нельзя вытираться. А ну сдайте мне в школу на шторы. Деньгами вытираться. Ладно, идемте в бедную школу. Класс. Я сделаю какой-нибудь сейчас очень классный, такой прикольный. Очень классный бедный класс. Ну и что, зато у меня, Лянди, какой я нашла компьютер на свалке. Мне кажется, у тебя компьютер с окна упал. Ага. Немножечко. Лет, так знаешь, 20 назад он упал, и его до сих пор не выбросили. А зачем ты болтики кладешь на полочку? Зачем ты кладешь мусор? Это называется, это класс труда? Да, Балди, потому что у меня нет вообще в классе игрушек, каких-нибудь этих книжек. Будем изучать все, как говорится, натуральное. А сидеть будем на полу. Конечно, на полу, Балди. А попу дети не простудят? Не простудят, конечно. Смотри, я тебе с коробочек наставлю. Слушайте, Лянди, какие скелеты. Мама, прикольные. А вместо чашек дети будут пить из черепков. Да, он в классе, ты уроки делать будешь. Какие черепки? Я боюсь тебя. Да ладно, вот вам цветочки. Ладно. Это моя богатая школа. Это были микробы. Богатая школа, класс. У меня вот такое будет 100 столы, и потом еще столы, и потом еще компьютеры. Конечно, конечно, хитренькая. Лера, а ты в курсе, что у тебя компьютеры прозрачные? Как? Нет, они включатся. Это аквариумы. Это современные, Балди, такие компьютеры. Это не твой дома доподобный компьютер. А это, кстати, это нужно на вход вешать. Это вот для входа. Чтобы не каждый мог зайти в эту школу. Это домофон. Да. Точно. Вау, вот смотри, такие вот кресла. У меня будут подвесные. Подвесные стульчики. Ничего себе, это точно какая-то ультрасовременная, да, школа. Малина. Ладно. Вот такое, у каждого будет свой компьютер. Но Балди не любит слишком современной школы. У меня вообще в жизни компьютера не было. Я он не умеет, да. Я тебе говорю, Балди, приходи ко мне в школу, у меня все просто по книжкам, как ты любишь, по старинке. Малина. Компьютер включается с ноги. Да, да. Причем... Малина, у тебя плохо. У тебя компьютер поломается в первую же секунду. Кто-то нет, нет, нет. А у Валерии что вообще? У меня за оценки будут получать 9 деньги. Чё? Да. Вы чё, реально? Она сына подкупает нас. Я иду к Лере в школу за деньги. Хорошо. Балди, я тебя буду платить. Сравним. Очень. Добро пожаловать в мою супершколу, Балди, всё. Ну хотя бы стулья есть. У тебя на партах головы мертвых людей. Это, да. Это череп, Балди. Малина, спаси меня. Это урок анатомии, хорошо? Конечно, мы изучать будем анатомию. Малина, я боюсь. А у меня листиков нет, вот поднимайте с пола вот эти бумажечки помятые и пишите на них контрольную. Малина, я предлагаю тебе на первом родительском собрании деньги на новые окна собрать. Слушай, а у тебя на листике уже все написано. Есть, я решил контрольную. Ты нечестно, ты поднял просто правильный листик, Балди, конечно. Это нечестно. А у меня хитрый. Вот какой листик.
Ой, слушайте, а там череп нарисован. Балди, это твой череп, полюбайся. Мой? Нет, да! Не пугай меня, мне страшно. Ластик нарисовать. Я сейчас к Лере убегу. Окей, тогда погнали сравнивать Валерий класс в богатой школе. Заходим, садимся, играем на компьютерах, играем на планшетах. Балди играет на компьютере, надо учиться, так нечестно. Но Лера, а что у тебя деньги не дают никому? Ты же деньги мне обещала. Потому что если получите 5, то... дам вам 10 долларов. Если я пройду Roblox, ты мне дашь денег? Хорошо, давайте тогда создадим игровую площадку. Так, Марина, я уже боюсь. Хорошо, ну что в бедной школе может быть на игровой площадке? Я нашла грибы. Только ключи старые. Ключи? Да. А зачем ключами? Надо на игровой площадке лопатки. А у меня есть поливалки. А еще можно набрать много коробок из соседнего магазина. Они все равно выбрасываются бесплатно. И класть из них какую-нибудь фигурку можно собирать. Трансформера! Замок можно делать, Балди, тебе понравится. Я тебе говорю, еще биты для тебя поставлю. Класс, я сделаю замок из биты коробок. Ну что, Валерий? Как ты справишься с игровой площадкой? У меня бассейн. Не, ну это вообще не честно. Это просто хитрый ход, это Балди. Это что, надо в школу плавки брать? Да. Ну, Балди не любит брать плавки. Он вообще не любит бассейны, он на любит. Самом деле. Я люблю бассейны. Блин, ну что, в школе любишь вот это в плавках ходить? Конечно, а я потом в Лерином модном туалете переоденусь. Блин, еще и сауну ставит. Она все подкупает. Сауну я люблю попариться, попарить свои кости. Балди. Еще там будет музычка, еще там можно будет купаться. И можно брать всякие разные коктейли и напитки. Да. Ладно, давайте сравним. Бедная школа, игровая площадка. Балди, добро пожаловать. Да, Малина, я у тебя тут сейчас с коробочками. Как наиграюсь? А можно, вот смотри, сделать себе класс. Шапочку. О, я и буду... быть роботом-убийцей. Я человек-коробка. А мы тебя будем дубасить дубинками. Смотри, как интересно. Какая игра, милая, мне очень нравится. Мы тебя... Да. Балди, не переживай, мы немножечко, мы легонечко. А куда вы мне будете ключи вставлять, боюсь, спросить? Ладно, пошлите лучше цветы поливать. Давайте я вам на голову пополиваю. Да не надо, мы... Да давайте, вырасти что-нибудь. Я же говорю, у нас весело в бедной школе. Очень даже. Давайте играем. И моя игровая площадка, смотрите, ребята. Можно будет попрыгать, посидеть, поиграть, попить коктейль, попариться в сауне, посидеть на... Слушай, это вообще нечестно, Балди еще и еду дали на это. Конечно. Мне нравится, но мне нравится и в Малининой школе тоже, потому что в ней весело, а в Лериной более круто. Пишите, ставьте свой большой лайк, не забывайте про наш канал Валеришка Геймсплей Макс и Валеришка Фэмили. Там очень крутые серии для тебя. Не забывай, солнышко, ты самая лучшая. Мы тебя очень любим. Ждем тебя в Телеграме, ссылочка в описании. Раскрывай описание, там ссылочка, а то вы спрашиваете. Всем пока-пока!